Парни, всем привет! Это ялтинский супермаркет Сельпо. И сейчас мы зайдем в него, посмотрим, что же такое возвращение в Советский Союз. Нет, есть только молоко, и если есть какой-то товар, его расставляют на всю полку таким образом, чтобы создавалась видимость того, что полки полные. Но на самом деле реально вернулся Советский Союз. Ничего нет. Вот обратите внимание, многие полки даже закрывают вот такими ролетами специальными. Потому что на них ну вообще нечего ставить. Здесь когда-то была полная витрина сыра. Сейчас здесь сделали такую красивую обертку из бутылок под шампанским и тортами, чтобы скрыть отсутствие товаров. Короче, побывав в этом супермаркете, я понял, что здесь сыра теперь нет вообще. В общем, я только что побывал в ялтинском супермаркете Сельпо. Показал вам полное изобилие товаров на полках ялтинского супермаркета. В общем, крымчане, я поздравляю вас с возвращением в Советский Союз. Так, это мой холодильник, в котором остался лежать последний кусочек сыра. Бандеровцы и правый сектор сделали так, что теперь я не смогу его купить. И он будет лежать у меня на память. Я не буду его есть. Сволочи, что ж вы делаете? Мы же русский великий народ. Деды воевали. Зачем?